Всем привет! Мы на площадку пришли эту. А где мы сейчас? На Сантон. Давай. Здесь такая очень красивая. Ой, ой. И веселая площадка. Максим уже испытывает лесенку. Ух ты, как ты уже высоко. Ура. Вот. Вылез? Да. Надо кататься. Там пролазить внутри, желательно. Проверяй. Как летающие тарелки. Там, кстати, вверх можно подняться, а потом... То горочка там или нет? Горочка. Голочка. Ты уже на самой верхушке. Я тебя могу здесь руку подать. Иголка. Ого, мокрая была. Дождь прошел, но ничего страшного. Все намочил. Вот. Вот. Буду лезть. Ого, какая высота. А можно еще выйти залезть? Кто меня будет страховать? Ты сам страхуй. Ты себя помнишь, папа тебя учил? Что надо делать? Не знаю. Руками держаться. Если будешь пальчиками руками держаться, никогда не упадешь. А теперь вниз спускайся. Ой. Тут еще не видел. Ну, классная тут площадочка. Разных всяких штучек много есть, да? Ой, горка! Большая! Вау, какая здесь горка! Ого! Молодец, видишь? Ой, я тут молодцы, они мокрые прямо. Мальчик сделал. Мам, почему мальчик сделал каулук? Мам. Так. Смотри, мама. Вон зеркало. Как палки, это машинка. Крутой. Пацаны, машине. Да. Тут пацаны мокрые. Пацаны мокрые. Ты не видел тут большую горку? Видел. О, здесь пролезь. Внутри. Видишь, кольца такие большие. Ой, двигается. Боюсь. Двигалась. Ты тут такой маленькая боишься? Боюсь, она двигалась. Ну и что? Ой, вот это стул.
что делать? Что тут делать? Здесь ничего не делать, это просто лесенка такая. Можно здесь повисеть, как на турнике таком. Ой, мальчик тебе самолет сделал. Что надо сказать? Thank you. You're welcome. Thank you. Прилетает. Прилетает. Мальчик, наверное, тоже только учится делать самолетики. Ну, так хороший мальчик. Поделился. Мам. Ой, мне делает другой. Смотри, здесь еще одна лесенка и много разных букв. Иди посмотрим, какие буквы ты уже знаешь. Ой. Прилетает. Сейчас мы его немножко подкорректируем, подправим, и он будет у нас летать. А давай посмотрим сначала, какие буквы мы видим здесь. Ну, расскажи. Галактичка. Какая это буква? Чья это, Максим, буква? М. М. Твоя, Максим? Да. А маму на букву Л найдешь? Л. Спустись вниз и найди маму. А я... тебе задание небольшое найдешь? И придумал, как там играться, да? Нет, остановись и вниз прыгни. Остановись и прыжок. Оп. Иди покажи маму на букву. Где мама? Где буквочка L? L. Молодец. А где W? Где W? X нашел, молодец. А где W? Бля. B, правильно. Ма. О, где? О, о. О. Молодец. N. H. На русском N, а на английском H. Сразу можно алфавит учить. Самолет сделал, ма. Сделал. Иди надо вот так вот. Да, правильно. Привет. Ваня мук. Куда? А теперь поворачивайся, здесь можно спуститься. И идешь по кольцам. По кольцам. Давай. Вперед. Мам! Давай, сам. Ты же у нас спортсмен. Помоги. Давай. Пошел, пошел, пошел. Еще два. Сам. Давай. Еще. Там. Давай, сам. Как обезьян. Оп. Ah!
еще покурить. Иди немножко отдохни, голова кружится. Приземлился. Отдохни. Можешь меня покрутить? Могу, давай. Готов? Да. Влево поворачивать. Едет так быстро. Так едешь, как настоящий какой-то мотоциклист. Тебе даже посигналили. Говорят, куда так спешишь, быстро на велосипеде, на мотоцикле едешь. А ты умеешь подтягиваться? Нет, ты по-настоящему. Давай. Давай, двумя. Не понял. Хорошо, немножко не надо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста, напишите нам комментарий. Ставьте лайк. И поделитесь этим видео.